Загляни в лавку rpgdon.com, закажи услугу Black Desert Online и зарядись! Ссылка под видео. Всем йоу, мальчишки и девчонки, с вами Нитрыч, и играем мы в Black Desert Online. Ссылка на игру под видео. Сегодня у нас ознакомительное видео для новичков, которые уже готовы точить вещи, и им необходим персонаж для расточки репласа, либо дешевых оружий, которые они используют для набития фейлов. Кто еще не в курсе, что такое фейлы и зачем их набиваем, посмотри мое видео «Моя теория заточки». Если после видео останутся вопросы, жду всех на стриме. Отвечу с радостью. Чуток отстранюсь от темы. Как вы знаете, я часто хожу по боссам. Нубер мой самый любимый боссяра в БДО. Ну так вот, на месте его респа есть кости. И возле этих костей теперь появился забавный зверек. Может, будущий контент? Скрин у нас в группе. Ссылка на нее под видосом вместе с кучей полезных модулей. Заходите, комментите, видел ли кто его. Может, что-то тоже заметили новенькое, где-нибудь НПСы ходят новые. Либо, может, здания появились. У меня был персонаж 50 уровня с минусовой кармой. Уже как 2 года им пользуюсь. Ради видоса пришлось удалить. Создал нового. Жмякни лайк справа внизу. Я так не хотел с ним расставаться. Он у меня был счастливым расточником шмота. В общем, появляемся. Идем по квестам тучки до манекенов. Делаем квест на манекенах. Открывается вся карта. Сейчас внимание. Нельзя апать 10 уровень, иначе не сможете потом вставать на том же месте, где вас будут убивать гварды. Поворачиваемся по карте в сторону гор, где респится мировой босс Каранда, птичка. Тут есть 3 диких лошади, у них определенный радиус передвижения, когда вы их пугаете. Делаем так, чтобы они направлялись в сторону либо горы, либо камней и застряли в них. Убить нам нужно 3 штуки, чтобы карма понизилась до минус 1000 с копеечкой. Затем спускаемся в эферию, проверяем, нападают ли на вас гварды. Все здорово работает. Но есть еще один нюанс. Встать на месте после смерти можно только в Велии, либо в Оливии. Я набиваю до 21 фейла на репласе. С 14 на 15, когда он заходит, через банк перекидываю на ПК чара, забираю его, одеваю вещи на себя, одновременно советую одевать по 3 вещи сразу. И как видите, после убийства гвардом ваш ПК чар может встать на том же самом месте. Не забывайте внимательно смотреть на центр монитора, где выскакивает надпись, что вещь расточилась, чтобы каждый раз бэкпак не открывать. Вот и все. Такое коротюсенькое видео. Спасибо, ребята, кто смотрел. Приходите на стримы, сейчас последнее время точу пхегов на 20. Гринд мобов ради серебра. Посидим, потрещим, кофейку попьем. Сами понимаете, заниматься в игре пока нечем. Я жду батлграунды. Всем удачного дропа. Пока-пока.